Всем привет! Сегодня я хотел бы еще раз поговорить о компании Digital Tick. Сегодня мы сделаем обзор на их соцсети Facebook, Twitter, YouTube, также Reddit и ссылку на Bitcoin Talk. Для начала еще хотел бы показать, что можно будет установить приложение Digital Tick на App Store или Google Play. Оно уже, вот как оно будет выглядеть, очень удобный интерфейс. Также здесь есть описание. Что нового? Добавлен новый логотип, изменение конструктивной приборной панели, функционал улучшен и так далее. Можете, вот это для iPhone, это для iPod. Мы тут так вот. Так, давайте теперь посмотрим на их соцсети. Это группа Facebook. У них 3754 подписчика. Очень активная группа. Очень часто выходят посты. Ну, то есть, компания постоянно выкладывает, чем они занимаются, на какие конференции она ездит. Группа не мертва. Видите, вот они были на какой-то конференции. Вот их представитель. Также Twitter. Это вот адрес Twitter. Почти 2000 читателей. Также все новости публикуются. Советую вам подписаться на Twitter, чтобы быть в курсе всех новостей. Также у них есть YouTube канал с видео, где рассказывается о Digital Tick, как и что. Также ветка на Bitcoin Talk. Смотрите, как она популярна. Уже 42 страницы. Очень много заинтересованных людей в этом проекте. Поэтому я думаю, что нам тоже нужно уделить ему внимание. И думаю, что этот проект будет очень успешным. И также Reddit. Компании. Где тоже очень много комментариев, смотрите, по 200, по 270. Видно, что люди интересуются этим проектом. Поэтому, если вы еще не обратили свое внимание на этот проект, то я советую прямо сейчас переходить по ссылке, которая будет под этим видео, и приобретать токены компании Digital Tick. Всем спасибо за внимание. Всем пока.